Добрый вечер. Хочу показать вам краску для аэрографа. Вот, тестила на кусочках шерсти, на длинном и на коротком. Вот это белая шерсть. Длинным ворсом довольно-таки. Кстати, на длинном мне вообще понравилось. Использовала краску я для аэрографа. Вот флюоресцентная краска. Это вот этот цвет, может, не так подсвечивает, но вообще вот яркий вот такой вот. Экспериментировала. Вот. Качество меха хорошее остается после высыхания при использовании. Вот. На водной основе краска художественная. X-Mix. На рынке они около 10 лет. Вот. Нашла их в интернете, заказала через онлайн-магазин эти краски. Вот палитра довольно-таки разнообразная. Я делала пост, уже показывала. Вот это вот флюоресцентные краски, цвета яркие, насыщенные. Для аэрографа вообще идеально подходят. То есть они уже готовенькие. Налила крась. Вот. Самое мне больше понравилось, это, конечно, на длинном мехе, как тонируется мех. Переходы хорошие. Вот это вот использовала голубой, но на желтом он зелененький смешался. Желтая краска, и вот она розовая. Классные цвета вообще. Здесь уже на коротком меху экспериментировала. Спиральки голубенькой делала. Зеленую. Вообще очень насыщенные цвета. Но больше, опять же говорю, понравилось, как на длинном мехе. Вот. На коротком тоже краска свой функционал выполняет. Цвета яркие. Если надо протонировать, то протонируется. Укрывистая, то есть достаточно несколько раз провести аэрографом, чтобы покрасить кусочек. Вот. Я не разбавляла водой эти краски, уже наносила на шерсть в том виде, в котором они намешаны. Вот. Но для более, наверное, нежных оттенков можно и разбавить водичкой. Вот. Ну, также они смешиваются, кстати, хорошо. Очень хорошо смешиваются. Проэкспериментировала также на черном мехе. Ну, вот белая краска, честно сказать, тон оно дает. Ну, конечно, качество меха снижается. Мне больше понравилось, я тонировала длинный тоже мех. Это кусочек у меня был, тоже выкладывала в пост, с длинным ворсом, краской черной. То есть там эффект на длинном ворсе намного интереснее, лучше. Вот. А вот белую краску, конечно, использовать на черном мехе, ну, не очень. Текстура портится меха, как бы. Но просто еще кусочек у меня не особо высох. Вот, может быть, высохнет, я его расчешу, как-то лучше будет. Но мне не особо понравилось, не знаю. Может быть, какие-то белые элементы с молдами на коротком мехе можно будет делать. Вот, но полностью там тонировать, не знаю, вряд ли. Вот. А вот со светлым вообще, конечно, и спиральки, пятнышки, вообще классненько, мне понравилось. Отличные краски, в принципе, можно использовать. Спасибо за внимание.